Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео для тех, кто играет в воротах в России. Многие говорят, что я делаю рекламу, но на самом деле это неправда. Сегодня я вам покажу, в чем играю я, живя в Америке. Покажу свои щитки, покажу блин с ловушкой. И покажу, почему вам стоит играть именно в российском производителе, в Миклине. Пойдемте, пройдем, покажу кладовочку свою, где у меня хранится форма, и все по порядку расскажу. Вот смотрите, ребята, здесь очень удобно у меня хранится вся моя форма в кладовке, чтобы не дома. Вот щитки. Щиткам идет уже 7-й год. Посмотрите, в каком они состоянии. Сейчас рассмотрим конкретно. Есть кое-какие от клюшек, частых ударов, но посмотрите на сам профиль. Насколько он хорошо сохранен и выглядит практически, не скажу как новый, но в идеальном состоянии. Конечно, я оторвал один ремешок верхний, но, как вы знаете, сейчас эти верхние ремни не нужны. Немножечко устали липучки, но, как вы знаете, сейчас это не проблема, потому что взяли любой ремешок, любую липучку, поменяли, и у вас практически новые щитки. Я советую всем, кто только начинает играть или думает о форме для своих детей, в чем играть именно в Миклине. Потому что это отличные современные технологии. И если учитывать стоимость экипировки, которую вы можете купить западную, возьмем тот же Reebok, Von, Bauer, Warrior, CCM, неважно, Bryans, вы купить можете производителя настоящего только современные модели. А современные модели щитков, только щитки стоят около $2000. Представляете себе, да? Все модели, которые вы покупаете уже в серийной разработке, выпускаются в Китае. Качество материала оставляет желать лучшего. Миклин, посмотрите, 7-й год. Кожа та же, что использует CCM и Von. Технологии отличаются, но в принципе, практически, покупая Миклин, вы гарантируете себе качество, безопасность игры и долговечность. Долговечность, потому что я видел много людей, играющих в западных брендах, купленных в интернете, но производство Китай, а других вы вряд ли найдете. И через год форма страшная. Не то, что играть в ней уже не хочется, опасно играть, можно получить травму. А для вратаря надежность, защита это очень важно. Давайте посмотрим на мою ловушку. Ловушка, ребята, вообще практически как будто новое. Я удивляюсь. Я столько сезонов отыграл уже именно в этой форме. Давайте посмотрим на ловушку. Она вообще практически не стертая. Нигде ничего не порвано. Все липучки как будто вчера куплены. Я их ни разу не менял. Смотрите. Раскроем ее полностью, да? Вот. Отличная форма, в отличном качестве, 7-й год. Посмотрите на людей, которые играют уже давно, у которых китайские производители. Даже там, пусть будет на щитке какой-нибудь супер навороченный бренд.
А вот блин. Блин здесь в идеальном состоянии. Немножко стерлся край и порвался палец указательный в перчатке. Но перчатка перешивается легко в домашних условиях, можно купить новую перчатку. Все остальное также в отличном состоянии. Смотрите, все прекрасно. И доказательство того, что это отличная форма, почему я вам ее советую, я живу в Штатах, я могу спокойно купить даже местного производителя или китайца. Но все равно новую форму я заказал у Миклина, скоро она придет, и я вам сделаю хороший обзор уже на новую форму. Почему заказал новую? Потому что моя команда сменила цвета в Штатах. Ну и, честно говоря, хочу я опробовать уже совершенно новые технологии в вратарской экипировке. Ну и делиться с вами впечатлениями, что да как. Есть ли смысл вообще в этих новинках? Скоро Миклин пришлет мне комплект экипировки. И я с вами поделюсь, как она работает на льду. Не забывайте писать вопросы, какие у вас есть, какие вы хотите увидеть ролики о вратарском мастерстве. Я, конечно же, не большой специалист, я не учился в спецшколах, я самоучка, играю всего 8-й год, и при этом я качок, но, тем не менее, каким-то образом в американской любительской лиге в двух разных категориях мы взяли кубок, выиграли плей-офф и регулярный чемпионат. Так что, друзья, жду от вас вопросы по тренингу не на льду, а растяжке, о том, как тренировать те или иные качества. Вообще, все, что вас интересует, обязательно пишите в комментариях. Увидимся на льду и в тренажерном зале!